Произведения показать непосредственно страницы, некоторые картины. Почему это действие? Потому что музыка, она настолько пронизана и движением, она настолько пронизана духом вообще. Многие произведения, многие картины, они не имеют слов. Просто нали, туда-сюда, вот как бы ни о чем. Но в этом заложено все. Поэтому и балет на сцене, поэтому и видеоряд какой-то на сцене, поэтому это и солисты, и движение какое-то, поэтому это дорога, это и топот, и все вытекающие отсюда, скажем так, которые можно сделать средствами музыкальной выразительности. Yeah.